Здравствуйте! Вас приветствует канал Лига Мьюзик Варс. Сегодня мы пройдем новую экспедицию и быстренько разберем ее. Так, значит, у нас что? У нас появляется новый монстр, называют механоидами. Они стреляют кислотой и, соответственно, блокируют того юнита, на которого попали на один ход, не давая ему действовать. Их убивать надо в первую очередь, потому что они блокируют титанов, не давая им накладывать щит на себя или на соседей. И они очень быстро умирают. Поэтому механоидов валим в первую очередь. Всех остальных можно валить позже.
Давайте немного о тактике, при которой можно победить главного монстра. Брата Минатора не стоит бить фазами до того момента, пока он не ударит себя по голове. Это происходит тогда, когда он размножает слизоидов. Пока он не ударил себя, бьем мелких до упора. То есть и не применяем, соответственно, ни фазы, ни гранаты, чтобы обратный урон не прошел. Если будет интересно, посмотрите саму драку. Мы там сделали небольшую глупость, и мы на него просадили фазы, пока он не был в отключке. К чему это привело, будет видно. Счастливо, ребята, смотрим, играем в музмехи правильно.
Дирижабль, ага, титр. Jiggy with it.